Это где-то рядом. Никто тебя не тронет. Тронет, 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 тронет. Тронет? Не убегай от меня, один ты не выберешься. Эй, Джозеф, ты меня слышишь? Себастин, тебе когда-нибудь хотелось просто прыгнуть? С высоты, например? Или под поезд? Представь, что это одолевает тебя целую минуту. Потом две. Ты трижды побеждал эту дрянь, Джозеф. Ты знаешь, как ее остановить. Ты меня не слушаешь. Дело не в том, что я не могу ее остановить, Сэп. Беда в том, что я не хочу этого делать. Часть меня хочет превратиться. Я не знаю почему, но не могу отговорить себя. Это желание очень глубоко. Оно как инстинкт. И становится все сильнее. Держись. Будет немного. Тронет, 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 тронет. Нужно искать напарников.
Кажется, отходит. А, черт. Подходит.
стоять! Могло быть и хуже. Осталась одна. Сейчас на это нет времени. Цель так близка. Эти данные не должны достаться никому. Они мои. Есть единственный способ. Следующий, кто откроет этот сейф, должен дорого за это заплатить.
Наверняка это ловушка. Thank you.
Can't stop bounce.